Видео подготовлено сайтом online-gdz.net, геометрия 10, 11 класс, это на сен задание 482. При зеркальной симметрии прямая А отображается на прямую А1. Докажите, что прямые А и А1 лежат в одной плоскости. Тогда давайте запишем дано. Пусть у нас плоскость бета – это зеркальная плоскость. Зеркальная плоскость, относительно которой прямая А отображается в прямую А1. А в А1. И нам нужно доказать, что прямые А и А1 принадлежат одной плоскости. Ну, например, плоскости альфа. Вот таким вот образом. Пусть точки А и Б – это точки прямой А. То есть возьмем А, которая принадлежит прямой А, и точка Б, которая принадлежит прямой А. Но если прямая А1 является отображением при зеркальной симметрии прямой А, то, следовательно, точка А отображается в какую-то точку А1, имеет какой-то образ, и точка B отображается в точку B1. Причем A1 принадлежит A1, и точка B1 обязательно принадлежит прямой A1. Что такое зеркальная симметрия? Зеркальная симметрия, для точки А, чтобы построить такую симметрию, нужно опустить перпендикуляр из точки А на зеркальную плоскость, и потом продолжить этот перпендикуляр, на его продолжение отложить отрезок, равный длине перпендикуляра из точки А на плоскость бета. Таким образом, отрезок можно записать, что отрезок АА1 проходит перпендикулярно бета, но точно так же и отрезок ББ1 тоже проходит перпендикулярно бета. Но тогда мы можем сделать вывод, что отрезки АА1 и ББ1 параллельны, так как оба они перпендикулярны плоскости бета. Но через две параллельные прямые проходит единственная плоскость, то есть существует плоскость, например, это плоскость альфа, такая, что АА1 лежит в этой плоскости альфа, и ББ1 тоже лежит в плоскости альфа. Но тогда это значит, что все точки, запишем через запятую, точка А, точка А1, точка Б, точка Б1, все они принадлежат плоскости альфа. А отсюда мы можем сделать вывод, что и прямая АБ принадлежит альфа, и прямая А1, Б1 также принадлежит плоскости альфа, что и требовалось доказать. Задание выполнено, и если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк, а если у вас появились вопросы, пишите в комментариях.